Эй, ты не прошептал на ушко и не разбудил меня поцелуем, как делаешь это обычно. Я вообще-то никогда так не делал. Милая, просыпайся, уже утро. Я тоже тебя люблю. Короче, я на своем фургоне еду в Квинс, там у них парад, а люди любят парады, а людям нужны хот-доги, и тут в дело вступаем мы с Вендербиком. Ты назвал свой мини-вэн в честь парня из бухты Доусона? Я видел все фильмы, в которых он играл, за исключением этого сериала. Пожалуйста, дай мне заплатить за ремонт. Нет. Или мы можем просто оставить эту идею, нам не очень нужна детская. Кто знает, заведем ли мы когда-нибудь растение или еще что-то. Вот видишь, ты уже идешь на попятную, потому что не считаешь, что я подходящий парень. Ты меня бросишь. Эй, я не из тех, кто бросает, я все еще смотрю сериал «Успех», Крис. Ну, тогда я не стану причиной, по которой ты оставишь затею с чердаком. Я найду деньги.